Пельцер всю жизнь славилась страшным упрямством и требовала к себе повышенного внимания. Актриса Наталья Селезнева вспомнила, как совсем еще ребенком снималась в фильме «Алеша Птицын вырабатывает характер». На пробах она и познакомилась с Пельцер. Ах, знаю! Опять свою печаль будешь проверять! Татьяна Ивановна сразу не влюбила совсем юную актрису, почему-то увидев в ней соперницу. Еще бы, в Наташе не чаяла души вся съемочная группа, и Пельцер страшно не нравилось, что внимание достается не ей. Я тебя запрещаю думать об этом. Мало того, в последний момент режиссер картины вообще заменил Пельцер на другую актрису именно из-за Наташи, посчитав, что они плохо смотрятся в кадре вместе. Щенки. Селезнева долго еще вспоминала, какими эпитетами награждала ее обозленная актриса. А может, причина ненависти была в другом? Татьяна вообще не жаловала детей, так как сама не смогла забеременеть.